Энерт сделал точную передачу на Готовца. Готовец отправляет в атаку Паре. Паре. Отменное оставление. На добивание идет Степанов. И вроде бы ворота пусты, но Салак там крутится, как белка на ветке. И спасает свою команду. Да, болельщики никак не могут поверить. Вроде бы все уже. Шайба должна была залетать в ворота. Вратари во втором периоде хороши. Они и в первом неплохо смотрелись. Но невероятные спасения делают и Энрад, и Салак. Акробатические вратари. Во! Вот с этого ракурса все видно идеально. Ребята, в цирк ходить не нужно. Есть Салак. Я думаю, что спасение Энрата может быть номером один в сегодняшней игре. Но Салак придерживался альтернативной версии.